Шло время посмотреть на экшен-рогалик «Смертный грех». Демо-версия Steam. Ну, вы знаете. Жизнь в этой реальности — это страдать. Некоторые говорят, что смерть — это освобождение от страдания. Но для тебя... Для тебя смерть — это только начало. Сейчас ты с Богом. Говорит, показать прогресс. Так, она пробил 15. Это странно. Окей, дать мне кому-нибудь в руку. Какая странная палитра. Надо отсечь все конечности, чтобы их убить. Это по комбо. Понятно. Ладно, отправляемся. Йо-ху! Отхил. Ой, сзади еще один пришел. Защита, 10 здоровья. Окей. Топ, статы. Окей, ну сейчас полезно убивать. Так, у тебя что? Мой силы 4, атака 29, скорость. Окей. Так, а тут даже лучше. Зачарованный меч 7. Атака 30, скорость 0,5. Есть мои бейтс. Мощная сила на волну накладывает. В этом есть смысл. Ботинки брутальности 2. Скорость плюс 2. Плюс 1 шанс крита. Ну давай возьмем
Лучше ноги. А, ну куда дальше? А наверху указатель есть. Привет. Я мы нажали на кнопку, теперь можно идти. Где-то там. Ой. Что в тебя? Шлем, дающий защиту. Ботиночка теперь лучше, чем те, которые у меня. Этот меч хуже. Я слышу, как кто-то топает. И это. Все еще лучше. Там сандвич еще. Привет. Ай, попал. Нет, ничего хуже, чем у меня. Нет, ничего хуже. Жуткие глаза. Ладно, все, можно убираться сюда, я полагаю. Меч и есть мод топор, конечно, у него урон в два раза больше, но он не делает такую большую палку. Это мне
Давайте пока без него. Мурлок, ярлык, топор. Очень быстрое оружие с ограниченным, с ограниченной дальностью. Так, криты наносят на 175 большой урона. Закона не носит большой урона. Или атаки. У них есть множки. Да, просто множки атаки. Простенько. Нравится, как он идет. Смотри на меня. Это хуже, чем у меня. Нет. Что это? Это меч хуже, чем у меня. Ну-ка, ну-ка. Ой, о, кто это делает? О. Так, это лучше у меня. Не надо меня бить. Что думали? Еще где-нибудь лечение? Пожалуйста. Спасибо. Так. Уже вторая атака, это мощная атака. Она вызывает вращающийся топор. Что такое? Это получил урон. Я попробую с ними немножко походить. Ну ладно, довольно забавная штука. Вот есть посох, но не такой крутой. Следующий, да? Ярость берсерка. Пока я вращаюсь. Я не уязвим на тратится при использовании. А ботиночки такие же, как у меня. Чего такого не было? Шлем 8 уровня. Вас. Баф, конечно, не хуже. Уши не использую. Значит, что-то открылось. Что куда-то сюда и вниз.
Разблокировали. Можно сделать круговую атаку. Но мне нравится, что при этом у нас берет эти несколько сразу. 4. Хотелось бы, конечно, подлечиться. Я могу лечиться. Класс. Я могу вернуться. Класс. Тут есть подхил. Это выглядит как... Последний остался. А что осталось моим мечом? Он сломался. Жутко. Ну и что мне теперь делать без моего классного меча? Научиться, конечно. Можно идти еще на год. Так, потом еще хочет. Спасибо. Я не знаю, зачем мне добавить сюда. Что это было за страшно смеющий штук? Странная вещь. Так, не. Пока показывать сюда. Ну ничего нет. Странно. Ну, пойдем увидим. Уже. Отлично.
Вот так. Бочка двигается. Чудеса. Что сказал? Кубик. Окей. Немножко вот так повышен. Неплохо. Пойдем 7 мячок. Конечно, с нашим мячом не сравнится, который у нас раньше был. Ну, раз у нас его отобрали. Нет. Нам нужно блокировать такие атаки. Спасибо вам, доскример. Какая странная вещь. Теперь мы крафтить мощное оружие в этой области. Но не очень-то хотелось. Так, можно обратить на мафов. Что-то помогает. Точность выше. Носит больше урона. Окей. Вот так, выше множители. И... я восстанавливаю здоровье при убийстве. Восстанавливать немножко здоровье при убийстве. Поэтому, кого убить тут найдется. Привет. Я тебя вижу. Стопать. Какой ужас. Но у нас снова есть меч. Оттеночку. Ну, давай пока с таким мечом побегаем. Это наш хороший меч скоро кончится. Будет волшебной палочкой, я не очень понял. Разбираться с этим тоже желание не особо есть. Идем.
вопрос. Какая странная фигня. Ребят, на четвертый раз даже не страшно. Серьезно. Что не знаете? Ну-ка. Вполне последний уровень, и можно завершать. А тут босс. Ну все. Четыре атаки. Шлем. Тут сифон душ. Эссенция, которую я получаю. И перчатки. Кулак, остальные кулаки. Мой удар носит больше урона. Блок превращает весь урон. Ну, там один раз. Можно взять штуки, которые дают больше атаки и защиты. Давайте пройдем. Я обычно с голыми руками не хожу. Ну что, и все? Хотя, интересно. Неинтересно. Ну... Ладно, чуть более интересно. Давай. Вот это возьмем. Нет. Да. Ну как, мы разблокировали какие-то пещеры. Что изменилось? Хорошо, иди вниз, чтобы защитить пещеру. Ну, пошли. У нас все настолько врагов знаем. Ладно, минус мяч. Плюс мяч. Это делать. Ну вот и все. Вот такая игра. Странная.